Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Будь готов! Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу. Но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — попасть в Йотунхейм. Да ну? Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить здоровье. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Можно заодно мир посмотреть. Это все. Еще такие. Отлично. Эй,
еще раз, не отвлекаясь. Еще имя. Рота. Это словно мемориал Валькирии. Я не могу прочитать. Что это значит? Ладно. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Сурта. Это ритуал призвания? Или серия испытаний? Надо будет выяснить. Наш юный бог не знает страха.
сверху! Берегись! Прости, не могу! Еще одна для коллекции.
Впереди враг! Осторожно, сзади! Это все его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебе это пугает? Ответственность. Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Так много людей. Они были ему верны и шли за ним. И все погибли. Ну, плохой он, капитан. Почему ты так думаешь? Он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Даже хороший капитан может ошибиться. Каждый сам несет за себя ответственность. Помни это. Собой. Да, много лет назад я вел в бой воинов. Ты был хорошим командиром? Это сложно сказать. Ты раньше... Довольно вопросов, сын. Лучше думай о задаче. Ладно. Готов!
означает? Это вряд ли. Он хотел упокоить своих людей сам. Но он никогда не смог бы. Ему это не важно. Наша победа лишь подтверждает его поражение. Тогда зачем мы это сделали? Помогли. Тебе нужен опыт. Да я уже много раз сражался с такими тварями. Ну скажи, зачем? Этого капитана уважали матросы. Он признавал свои ошибки и хотел их исправить. Это хороший урок для тебя. А. Вот именно. А. Там внизу. Мои люди. Да, мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет, гномом может быть. Лети за ними!
Мы собрали останки твоей женщины, призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик вновь цела. Встань, милый Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Эрни укорбитвяст. Она выполнит нашу просьбу. Эрни фагна. И даст нам... Индаудер! Ладно. Я же говорил. Ты глупый мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. Я точно что-то видел. Я тоже видел. Фрея же говорила, что башня Йотунхейма пропала с озера. Но, может, не совсем? В самом деле странно. Что это там внизу?
Сюда. Сын. Стой, сейчас прочту. Эй, Брок, мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Тюр был бы в восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в прошлом. Гном умную вещь сказал. Надо же. О, ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Неужели вы с братом не можете помириться? Наверняка все можно исправить. Вы же семья. Вот только не надо меня лечить. Уж я-то знаю, что значит семья. То, что мы делали, наше оружие, было легендарным. Его знали во всех 9 мирах столько лет, что я и сосчитать не могу. Разве можно такое перечеркнуть из одной паршивой? Паршивый чего? Да ничего. Слушай, тебе случайно никуда не надо? Теперь от тебя не отхватит по кусочку. Мне это поможет в трудный момент. Кто же сделал такую красоту? Не завидую тому, кто попадет под удар. Было же что-то еще. Нашли алхимика, о котором я говорил?
Рок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Учи, если хочешь. Я лучше соберу припасы. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. А. Гном, но без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Ну, в смысле, я буду.